наземных и городских стабильные. Задержек рейсов по дорожным условиям на сегодняшний день не наблюдается. Хотя по вчерашнему туману, который был и образовался вечером, про согласование с ГИБДД и нашим министерством было вынесено предупреждение по автовокзалам о временном ограничении рейсов утренних по дорожным условиям. К сожалению, к радости, извините, значит, эта мера не потребовалась. Некоторые сложности с передвижением наблюдались в районе строящегося в Ядринском районе моста. Министр назвал их традиционными, они связаны с производством дорог и наличием ограничительных знаков. Однако некоторые чиновники, вынужденные 1 декабря возвращаться в республику из Нижнего Новгорода, в оценках были не так оптимистичны. Колонны стояли в три ряда в одну сторону, поэтому движение было нулевое. Полностью бежалось в обе стороны. Поэтому здесь доклад, он должен быть объективным, искажать информацию не нужно. Оправдание, как было мне доложено, было одно. Не было электроэнергии, не успели заправиться автомобили, которые должны были работать на трассе. Министр отметил, что в Чебоксарах городские власти оперативно отреагировали на погодные условия. В связи с прошедшим снегопадом 30 числа были сложности по передвижению автомобильного транспорта, в том числе и по Чебоксарам, и по республиканским трассам. И через 2-3 часа после начала снегопада была разбросана песчано-солевая смесь. Через еще 2-3 часа после разбрасывания этой смеси ночью городские власти начали уборку улиц.